В нашу страну с официальным визитом прибыла вице-президент провинции Кальяри Анджела Мария Куакера. Новые точки соприкосновения в экономике и социальной сфере Беларуси и Сардинии в репортаже Александра Дудика. Крепкие дружеские отношения связывают Беларусь и Сардинию вот уже более 10 лет. Идеальный климат этого острова делает его отличным местом для туризма и оздоровления. Ну а на базе туристических отношений развивается и сотрудничество в других сферах. И сегодня инвесторы Сардинии готовы вкладывать в Беларусь. Так, нынешний визит вице-президента провинции Кальяри должен дать толчок развитию социального сотрудничества. В частности, гостей из Сардинии очень интересует белорусская политика занятости. Сегодня в Сардинии безработица – это весьма серьезная проблема, а потому мы рассчитываем объединить наш белорусский опыт в реализации совместных проектов по созданию рабочих мест, особенно для молодежи. Безусловно, это не будут крупные предприятия, но за счет эффекта масштаба можно достичь многого. И в первую очередь нас интересуют экологически направленные проекты. Белорусы же видят развитие сотрудничества еще и в кадровом вопросе. Тем более, что уже сейчас Сардиния принимает самое непосредственное участие в подготовке белорусских кадров с помощью учебного центра «Сардиния Глобал». Возможно, это будут образовательные программы, возможно, это будут беседы, диалог по обучению безработного населения. Безусловно, для нас интерес представляет работа с инвалидами. Одним из вопросов, которые интересуются наши гости, это работа и с молодежью. Поскольку молодежь и находится в сфере наших интересов, думаю, что мы найдем совместные проекты. Но в преддверии отпускного сезона у Беларуси и Сардинии запланированы совместные проекты и в туристической сфере. Причем не только в одностороннем порядке. Все больше интерес у бизнесменов Сардинии вызывает белорусский агроэкотуризм. Александр Дудик, Юрий Сахадзе, Первый канал.